Друзья мои, привет! Сейчас я стою на трассе Батуми, Кабулети и туда дальше. Это единственная трасса, которая нас соединяет с Гурией и с остальным регионом, с другими регионами Грузии. Еду и смотрю, продается земля. А, вот, видите знак? Цихиззыри. А там чакви. Скопище техники, полиция гудит. Ну так, рычит. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Горшки с цветами, с растениями. В сад, там, на балкон, на веранду. Техника. Рабочие. Бетонка. О! Еще одно дерево готовится к перевозке. Здорово. Молодцы. И все так открыто, средь бела дня, все нормально. Видимо, все по закону. Захотел, купил, указал пальцем. Разработана специальная технология. Посмотрите, как интересно все. О, Магари. Да, упорно. Сколько вырублено? Ву, какая платформа, смотрите, вот под это дерево платформа заведена. Металлические, ой, какие. Да. Гарри настал кердык, это понятно. Да-да-да. Ой, как здорово все. Такие технологии, друзья мои, вообще. И такая инженерия. Серьезно. Вон, видите, платформа на колесах. Туда уже заехала под дерево. Ее поддомкратили. Ой-ой-ой. Вообще чудеса. Я такой первый раз вижу. Так, 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 так. Ну, грунт какой красивый, а, красный. О, Господи. Так, местные жители. Ну, местные жители, это понятно. Они землю продают. Вид, конечно, отсюда потрясающий. Вот море. Пожалуйста. А, вон еще гора срыта. Ничего себе. То есть и там что-то было. Там что-то росло. Но уже не растет. И ветер будет дуть сильнее. Вы понимаете, да? То есть, ну, ясно. Ясно. Ну, меня не прогонит отсюда, интересно. Чтоб сверху хочу снять на эту красоту. Красоте нету. Сверху снять. Это частные владения. Тут собака, может быть. Не, друзья мои, тут я не... Тут все закрыто. Тут я не прорвусь. Ну, ладно. Сейчас спущусь, еще поснимаю. Вот кому-то дрова достались, видите? Ну, тоже какая-то польза.
дерево отпилено. Хвойное дерево, видите, сучки опилены. Ага, значит, вот так вот это роскошное дерево поедет стоя. На платформе ее потянут за собой. Да, операция, конечно, серьезная. Сколько людей, сколько техники. Мульоны, просто мульоны. Вот, провода демонтируют. А поедет это дерево в ту сторону, да? Туда поедет. Ой, бедная собачка, ой. Одну лапку потеряла, боже мой. Амарджобат, это ваши, да, кусточки? Вы продаете, да? Да, вот здесь хозяин. А, хозяин там, а, спасибо. Ты мой хороший песик такой, хороший. Ты мой хороший. Ну ты здесь в порядке, я смотрю, тебя не обижают. Ты мой хороший. Сладкий. Шакалит. Хороший песик. Вот там дама нарисовалась. Дама. Это, наверное, какая-то общественница. Нет? Журналистка? В общем, друзья мои, это просто восьмое чудо света. Египтяне строили пирамиды, жалко, нельзя было поснимать, как они перемещали эти свои камни. Зато можно посмотреть, как у нас деревья перетаскивают. Я замерз. Вчера замерз. О, там полиция уже что-то делает сам. Ага, уже штрафуют, наверное. Ну ладно, но меня штрафуют, я заплачу, ничего страшного. Друзья мои, прощаюсь на этом месте. Пока-пока, ваш Николай Рукадзе, с трассы Батуми, Кабулети, Поти. Надеюсь, еще увидимся. Пока-пока. Аджария, Грузия.